Всем привет, я Сайдазам, я из Республики Таджикистан. Баравцес, меня зовут Давид, я из Республики Армения. Меня зовут Даша, и я из России. Меня зовут Палган, я из Республики Казахстан. Менин исим Назбек, мен Узбекистандамын. Меня зовут Андрей, я из Республики Беларусь. Здравствуйте, я Зарина, и я из Кыргызстана. Меня зовут Мердан, я из Республики Туркменистан. Дети Содружества будут всегда! Делегация Армении, и вот мне очень нравится то, что здесь люди очень любезные, они очень гостеприимные. Мы сейчас находимся в музее Ленг Тимура и изучаем историю, как все было, как Ленг Тимур создал огромную империю. И думаю, что это очень хорошо, что мы сегодня здесь, потому что мы можем ознакомиться с историей и также с культурой Узбекистана. Там отправились в парламент, поговорили с госпожой Нарбаевой. Я не ожидала, что мы сможем задать вопросы, которые нас волнуют, узнать про устройство государства, про законы, про конституцию, про молодежь и про ее интересы. Мне очень понравилось, что мы говорили открыто и могли спросить абсолютно все, что мы хотим. Мне очень понравилась эта встреча, и для себя я узнала много чего нового. Было очень интересно послушать о политике другой страны, о том, как здесь все устроено. Здравствуйте, меня зовут Диана, мне 16 лет, и я из Республики Казахстан. Сегодня наш день. Страна населена прекрасными людьми, они нас очень хорошо встретили. Это город, в который хочется возвращаться снова и снова. Я очень давно мечтала попасть сюда, так как оно такое распространенное в нашей стране. И, наконец-то, благодаря этому форуму я смогла приехать сюда, найти друзей не только узбеков, но и других национальностей.
Моя дочка у садочку ружу, ружу полить, ружу, ружу полить, белые ручки колить. Батыш сыны, чырағынан бүткендей, Кырысы Кыргыз халкымды не, ынағынан бүткендей. Я хочу поблагодарить организаторов этого форума за то, что они дают нам такую возможность увидеть культуру разных народов. Форум сам по себе очень интересный и очень классный. Сейчас мы находимся не в лагере Симур, где проходит форум «Дети Содружества 2023», а в горах. Чтобы увидеть прекраснейший рассвет Узбекистана и полюбоваться прекрасными пейзажами. Это гора Октош, ну или Белый камень, на котором мы сейчас находимся. Время сейчас 4:30 утра, мы совсем не устали, все отлично. Всем привет! Сегодня День Российской Федерации, и мы с вами находимся на станции, посвященной 165-летию Циолковскому. Здесь участники каждой делегации своими командами по 5-6 человек могут создать макет настоящей ракеты. Форум «Дети Содружества» — это отличная возможность познакомиться с большим количеством новых людей, которых ты бы никогда не встретил ранее. Здесь представители очень большого количества национальностей, и столкновение менталитетов позволяет больше погрузиться в культуру той или иной страны, и это прекрасная возможность, чтобы узнать новый мир. День Республики Таджикистан. Как вы видите, все здесь интересно. Национальные традиции и обычаи Республики Таджикистана, истории Таджикистана, достопримечательности Таджикистана. Только что закончился наш жаркий таджикский национальный танец. Ефремов Александр, Кузнецов Джахангир, Мирзонабод Саодат, Мирсаидова Рана, Агаев Назаргильди, Агаев Ислам, Алназаров Мирдан, Авезов Фирдавс, Ахралов Джавахир, Бахтиёрова Пакистан.